Привет, дорогие друзья! Ко мне частенько обращаются барышни с просьбой сделать любовный приворот. Любовный приворот – это негативное магическое воздействие, это порча. Ваше «хочу» можно воплотить другими способами. Если человек вас не любит, не хочет, может быть, имеет смысл подумать о том, что есть где-то другой человек, который вас будет принимать, такой, какая вы есть. Любить и заботиться о вас, потому что вы есть. Вы уникальная, красивая и неповторимая. 500 раз подумайте, необходимо ли вам вот это ваше «хочу». Всем тем, все-таки, у кого есть чувство сострадания к мужчине, который вдруг вам отказал, вы можете прийти ко мне, обратиться ко мне. Есть миллион других способов привлечь любовь в вашу жизнь. Пока!